Следующее упражнение называется приседание в стиле сумо. Раз, хорошо. Еще 5 раз. Сели на штуку, на кайдзен. Отлично работает ягодичная мышца. Отлично. Отлично. Еще раз. Сели. Встали. Еще 2 раза. Выдох. 2 раза. Терпи. Смотри вверх. Вдох. Выдох. Избавиться от жира, целлюлита. Поехали. Лопаточки сводим, глубокий наклон. И выпрямляемся. Мы чувствуем, как растягивается и прорабатывается задняя часть бедра. Упражнение очень эффективно, очень полезно именно для девушек. Потому что эта часть всегда очень интересна для всех, кто приходит в зал. Также упражнение работают длинные мышцы спины. Еще 2 разика, выдох. Еще раз. Вдох поглубже, растягиваем хорошо ножки. И выдох. Завтра будут болеть эти мышцы, но это полезно. Закончили. Спасибо. За 2 месяца уменьшить талию можно на 10-15 сантиметров. А грудь болит всего лишь на 1-2 сантиметра. А ягодичные мышцы можно вообще не убирать или подкачать. Методика тренировок Юрия Спаса-Кукотского для женщин. Данный диск не сделает девушку культуристкой или бодибилдершей, наоборот. Он позволит девушке стать стройной, сделать себе красивые формы, накачать именно те места, которые девушка хочет поднимать, то есть ягодичные мышцы, грудные мышцы, а остальные группы мышц, остальные части тела мы будем работать на стройность и на прогресс.